Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сироде на ролеплей Центральный округ. У них здесь Кирилл Путбулу, вы не забывайте вводить мои регистрации. Итак, сегодня новая серичка, в принципе, будет посвящена тому, что изменили кое-что в домах рыбака. Что именно, я, в принципе, расскажу, а перед этим хочу вам сказать большое спасибо за вашу активность под предыдущей серией. Там набралось, по-моему, около 40 лайков, это очень приятно, что вы все-таки ждали Родину, и я снимал не зря. Стараюсь для вас каждый день выпускать Родину. Но сегодня поздновато, конечно, эта серия выйдет, скорее всего, но все же. Итак, как вы знаете, пару дней назад, а именно дней, наверное, 10 назад, было обновление. И там ввели типа квесты, там вот работу пилота и изменения с домом рыбака. Что изменили? Раньше вы могли с одной продажи, там, допустим, как оно было, 3 этих черепахи и 2 сома, вы могли заработать там 250-300 тысяч за один раз. Сейчас же вы не можете заработать даже 100 тысяч, понимаете? Очень сильно урезали цены. Это очень хреново на самом деле. Я догадываюсь, из-за чего это сделали. Из-за того, что ввели тоже такое обновление перед этим, что типа можно иметь 5 домов. Или не 5, давайте сейчас посмотрим, кстати. Навыки персонажа или где-то, я, честно говоря, не помню. А, вот, до 3 домов можно было иметь. То есть я видел, что некоторые люди покупали по 3 дома рыбака и рубили в день там около миллиона, грубо говоря, да? Разработчики поняли, что это сильно много, но убрать эту функцию, то есть 3 дома иметь, они не могли, потому что люди уже купили, как бы, как это так сделать. Поэтому они урезали цены на рыбу. Сейчас я вам покажу, у меня сейчас есть, по-моему, 2 черепахи и 2 сома, поэтому сейчас мы полетим на вертолете, быстренько их продадим. Я покажу вам, сколько это будет денег, потом полетим обратно, я возьму медуз и также вам покажу, сколько это будет денег. Короче, это стало очень даже невыгодно, иметь дом рыбака. Раньше он был очень выгодный, сейчас это просто дом, который необычный, да, но прибыли из него большой мы не выжмем за день, я имею в виду. Да, если там именно постоянно сидеть, именно когда дождаться того, когда вырастет рыба и постоянно продавать, возможно, так будет выгодно. Но раньше, понимаете, вы могли заработать в 2 раза больше денег, даже в 3. А сейчас довольно-таки мало платят. Ну, сейчас я вам, в принципе, все покажу. Так, вот мы долетели, в принципе, до продажи. Так, забегаем и выбираем 2 сома и 2 черепахи. Так, вот сом. Мы получили всего лишь 27 тысяч, понимаете? Раньше могли получить, ну, 1100 примерно. И черепахи. За черепахи мы получали около 130 тысяч. Так, где черепахи? Черепахи, черепахи. Вот, 50 тысяч, понимаете, блин? Насколько просто жестко урезали вот это все. И теперь невыгодно очень иметь этот дом. Всего их добавили там 50 штук их. Их было, по-моему, 30, потом еще 20 добавили. И сейчас они упадут в цене, я думаю, потому что, ну, прибыли такой нету, как раньше. От него смысла нету. Раньше он нес много денег в день, можно там было заработать, ну, 1500, если там посетить утром, то потом вечером и там утром зайти продать. Можно было спокойно заработать такие деньги. Сейчас же, блин, вы за неделю там зарабатываете около, даже, ну, там, 1600 максимум. А раньше можно было за неделю заработать, ну, около 2 миллионов. Я думаю, разница как бы большая. В том прикол, что не только я как бы получаю теперь меньше денег, зарабатываю, а еще и как бы дом упадет в цене. Я его покупал за 30 миллионов. Сейчас, я думаю, его можно продать, ну, на разлямов 15, потому что, ну, я уверен, что никому он с такой прибылью не нужен. Потому что раньше их покупали из-за того, что, блин, вот дохерища бабла, можно заработать, ну, как дохерища. В день там 250 тысяч. Это как бы не прям очень большие деньги, но разработчики решили, что у людей по 3 дома будут рыбака, и как бы они будут сильно много денег рубить, и это испортит экономику. Но могли бы сделать по-другому, что другие дома можно по 3 штуки иметь, а именно дом рыбака можно только там, ну одну штуку иметь, а не 3. Сделали просто бы такое ограничение, и я уверен, что многих бы это устроило. Сейчас же, чем дольше растет рыба, тем больше за нее платят. Но смысла вам покупать акулу, которая растет сутки, нету вообще смысла в этом. Самое выгодное это сейчас садить 3 черепахи и 1 сома. Это будет самый выгодный оптимальный вариант. Растет не очень долго и, в принципе, там 80 тысяч вы сможете заработать. Сейчас я продам этих осьминогов. И мы посмотрим, сколько нам за него заплатят. Осьминог тоже долго растет, там 1100 часов, по-моему. Ну, что-то около того. Поэтому сейчас мы, в принципе, этим займемся. Так, здесь я забрал, все, 4 штуки у нас есть, получается. Поэтому полетели
обратно продадим и посмотрим, сколько же нам заплатят. Я специально не продавал ни рыбу до этого, ни медуз не брал, потому что хотел вам показать на личном примере, как это все выглядит. Так, вот я уже долетел, в принципе. Так, давайте продадим этих медуз, посмотрим, сколько нам заплатят. 4 штуки, они растут довольно-таки долго, поэтому я думаю, хотя бы 1050 нам заплатят. Так, вот осьминог. О, 100 тысяч, пацаны. Вот это тоже поинтереснее. То есть за 4 медузы мы получили 100 тысяч. Это больше всего, на самом деле. Так, давайте я вам покажу, сколько все, что растет вообще. Надо будет мне тоже посадить. Вот теперь надо задуматься, что лучше покупать, черепах, либо медуз. Потому что за медузу 100 тысяч хотя бы дают. Но черепаха растет 700 минут, а осьминог растет 110 минут. Поэтому, блин, тут довольно-таки трудно. И черепаха стоит 1000, а осьминог стоит 5000. Поэтому, блин, я не знаю на самом деле, что делать. Давайте я куплю осьминогов, наверное, все-таки 5 штук. А, я не могу столько купить, ну ладно. Я, наверное, все-таки посажу черепах, 3 штуки, и сома, чтобы... Мне просто говорили, что типа выгоднее всего это вот так делать. Поэтому, пацаны, как-то так. На самом деле, мне очень нравилось, как было раньше. Довольно-таки нормальные деньги получал. И из-за того, что они это все изменили, дом рыбака потерял на самом деле свой смысл. Но надеюсь, все-таки найдут какой-то компромисс. И это как-то исправят, хотя бы чуть больше. Сделают там хотя бы до 200 тысяч, чтобы вы могли в день зарабатывать спокойно за одну продажу. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.